Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Друзі, мої вітання. Мене звати Ігор Гаврищак, YouTube-платформа 24 каналу. У нас на календарі сьогодні 2 вересня, субота, і традиційне зведення з нашим військовим експертом і полковником Збройних сил України Романом Світаном. Пане Романе, вітаю вас. Желаю здоров'я. Що ж, з 1 на 2 вересня відбулось багато подій, атакували знову Кримський міст. Кажуть, Міноборони Російської Федерації Кирил Буданов, очільник головного управління розвідки, переконаний, що війна має перейти на територію Росії. Ну і, звісно, нам Сполучені Штати Америки повинні передати нове озброєння, яке раніше ще не передавали. Пане Романе, давайте почнемо з Кримського мосту, тому що росіяни кажуть наступне, що ми атакували Кримський міст тричі. І це були безпілотні літальні апарати. Кажуть, що це 2 катери і начебто все познищували. Скажіть, будь ласка, ми будемо збільшувати атаки мосту, і ми ж знаємо, і з вами говорили, що вони і баржі затоплювали, і понтони ставили. Тобто ми намагаємося пробити цю оборону? Проводяться такі розвідувальні атаки. Причому вони, якщо достигають свої задачі, то будуть підривати, або, допустимо, тот же те же затопленные катера или сам мост, или корабли, которые военные, которые будут по курсу движения. А вообще основная задача таких атак – чистая разведка. То есть посмотреть, каким маршрутом можно пройти, потом уже волне, где россияне не засекут корабли. И, вернее, беспилотные корабли. То есть вот такого рода атаки, они такие двоякой задачи. Засекли, уничтожили, понятно, маршрут закрыт, значит, будем пробовать другой маршрут. И вот так практически методом научного пика. Иногда и так это происходит. То есть и весь смысл любой разведки и разведки боем в том числе определить огневые точки противника или определить маршруты, по которым нельзя, допустим, идти основным силам или при прохождении основных сил надо, если придется идти, то надо увеличивать мощность. То есть примерно та же самая картина и здесь. Потому, ну, это россияне доложили о том, что уничтожили 3 катера. Сколько их было, никто ж не знает. И что эти катера оставляют после себя, тоже ж никто не знает. А катер может оставить мину, катер оставить может торпеду. Катер оставить может беспилотный, уже подводный аппарат. То есть что угодно, потому выполненная задача, если она будет до конца выполнена, мы ее услышим от нашего генштаба. Либо следующая атака, она уже будет такой для россиян убийственной. Посмотрим, но это значит то, что на наши вооруженные силы, наши спецслужбы не оставили попыток уничтожить Крымский мост. А если попытки идут, то значит дело времени просто, когда он будет уничтожен. Ну, власне, хотів, пане Романе, запитатися. Ми бачимо, що як мінімум в останні 2 місяці ми в рази збільшили атаки в напрямку Кримського півострова і мосту. Як ви вважаєте, є шанс в росіян зберегти Керченський міст? Чи він приречений? Як ви кажете, це є питання часу? Він однозначно буде уничтожений. Ну, уничтожений, повріжджений. Тобто, спочатку повріжджений, тому що йому уничтожити, його ж розбирати треба стільки, скільки і строїли. Месяцы, а то и года, если полностью его разбирать, по крайней мере, убирать его с нашей экономической зоны и уже зачищать от него проход с Керченского пролива, то есть там долго возиться. А вот повредить его однозначно, чтобы он не мог выполнять свои функциональные обязанности, задачи, это точно будет сделано, поврежден будет мост, причем до подхода наших войск к Крыму. Это очень важно сделать. До подхода для того, чтобы у россиян не было возможности пополнять свои ресурсы, на которые они будут использовать. И не только Керченский мост. Есть еще три потока, где россияне могут Крым снабжать боеприпасами. Это корабли Черноморского флота. Они топятся и повреждаются. Это воздушные суда, это воздушный мост. Вот Ил-76, они уничтожаются, по крайней мере, одна из задач уничтожения. И паромная переправа, ну и паромная также будет уничтожена. Пане Романе, до речі,
Очільник, те, що я казав, очільник головного управління розвідки Кирил Боданов дав обширне інтерв'ю і сказав кілька ключових тез. Півтора година розмова була в нього, але основне, що він сказав, що війна має перейти на територію Росії. Правда, він не уточнив, чи це регулярні війська, чи це удари масові дронами, ракетами по військових цілях. Але сам факт того, що він запевнив, що театр бойових дій повинен перейти на територію Росії. Як ви вважаєте, чи справді це допоможе нам у війні і перемогти ворога? Основное сейчас в этой войне, которую мы ведем с Россией, это логистические цепочки, цепочки поставки военной продукции, сил, средств противника. И эта армия 300-тысячная, она каждый день потребляет сотни машин, тысячи тонн продукции, которые разной военной для того, чтобы эту 300-тысячную армию содержать. Причем расположение театра военных действий для россиян очень неудобное вдоль Азовского побережья, вытянутое примерно в 1000 километров кишка фронта, очень неудобно снабжать. И эти цепочки тянутся вглубь России, вглубь где-то на дальности до 1500-2000 километров, практически до Урала. А вот европейская часть России, она снабжает в основном вот эту армию, которая сейчас находится у нас на территории. Поэтому уничтожение самой армии нужно начинать, уничтожая вот эти все цепочки. Производство техники, производство топлива, железнодорожные ветки, узлы, электрику, генерацию, то есть все, что помогает производить военную продукцию. Однозначно, война должна уже давно быть на территории России. Она должна была еще и начаться с территории России, то есть уничтожение, боевые действия там. Потому Буданов однозначно правильно говорит. Чуть с опозданием, правда, но это лучше позже, чем никогда. Пане Роман, також Кирил Буданов сказав, що після нашої перемоги Росії буде потрібно 10 років, аби повністю відновити свій військовий потенціал і формувати нові ударні групи, аби знову нападати на Україну. Скажіть, будь ласка, чи справді 10 років – це великий термін, невеликий? І загалом, чи ми можемо зробити так, аби Росія вже навіть і не думала про наступальні дії проти України? В 2014 году, коли Росія напала на Украину, и тогда российская армия была полностью не готова к вторжению. Крым они получили только из-за того, что армия там уже находилась, там части российские находились, и давление тогда мировых лидеров, которые в основном вопросы решали для России, для себя, давление на наше руководство и то руководство, которое смолодушничало в 2014 году и не включило механизм защиты, какой бы он ни был, но он бы сработал. Включился он только на Донбассе, причем за счет патриотов украинских на Донбассе, которые стали уничтожать российскую армию. Вот тогда российская армия не была готова к вторжению. Ее можно было развалить и, в конце концов, раздав оружие населению, ее можно было уничтожить даже тогда. А потом было 8 лет подготовки. 8 лет россияне готовились к широкомасштабному вторжению, и оно у них пошло не по плану, как раз из-за плохой подготовки. Мало времени, 8 лет было мало. Для того, чтобы реально подготовиться, нужно около 10 лет. И вот об этих 10 годах Буданов говорит. После полного разгрома российской армии мы ее отбросим примерно в тот же 2014 год. И чтобы полностью восстановиться, им надо будет около 10 лет, причем уже под более жесткими санкциями. То есть это сложная задача. Ну вот лет за 10 они ее выполнят. Меньше это у них опять получится вот такой прокол, как в прошлом году. То есть не готовая армия начала выполнять захватческие, широкоформатные захватческие
функции. Погибла практически вся профессиональная армия в прошлом году. Сейчас это уже желторотики, которые учатся на ходу, называется. А вот профессиональную армию действительно готовят около 10 лет. Пане Романе, далі продовжуємо говорити про Іл-76 на аеродромі Псков. Не припиняємо їх згадувати, тому що з'являється нова і нова інформація. У нас от зараз є відео. Здається, ви мені скажете, от бачимо, що все-таки двигуни в цього Іла були запущені. От бачите, гаряча пляма. Я правильно розумію, що він був готовий до зльоту? Ну, самолет, ну, не готов к взлету. Готовность взлета, это когда он стоит на взлетной полосе и уже запрашивает готовность к самому взлету. Он просто прогревал двигатели, скорее всего, именно для полета. Почему все информационные сообщения идут о том, что они были загружены либо личным составом, либо техникой. Ну, то есть они в полном снаряженном состоянии. Значит, для переброски либо войск, либо техники на театр военных действий. Потому и двигатели запущенные, то есть это могут еще на стоянке запускаться, прогреваться или перед выруливанием. Но запуск двигателей происходит уже в снаряженном самолете. То есть в самолете уже находились либо техника, либо люди. Давайте трошки поговоримо по фронту. У нас є зміни. Дивимося на карту. Оріхівський напрямок, пане Романе. Район Роботине, Вербове, ось так, лінія оборони і просування в бік Прокопівки, Новопрокопівки. Якщо за останню добу ми глянемо, то в нас є, власне, збільшення цього такого колу між Новопрокопівкою і Вербове. І що цікаво, пане Романе, вже самі Сполучені Штати, Джон Кірбі, визнають, що в нас є серйозні успіхи на цьому плацдармі. Також їхня преса каже, що якби ми слухали порад наших партнерів зі Сполучених Штатів Америки, в нас би були величезні втрати як в живій силі, так і в техніці. І загалом, якщо дивитися на карту, пане Роман, як ви вважаєте, ми реально суттєво наблизилися до того, аби розпочинати бої за Токмак? Ну, скорее всего, боїв за Токмак, як такових, мабуть, не буде. Це не зовсім для нас вигідно. Тобто зав'язати в Токмаке, зав'язати в этом гарнизоні токмакському, його краще обійти. От те, що ми зараз робимо. Допустимо, ми идем между Новопрокоповкой и Вербовым, проходя между ними, то есть между этими двумя укрепрайонами. Мы берем их с одной стороны, если дальше продвинемся на юг, будем брать их в полуокружение с востока Новопрокоповку, с запада Вербове. И именно так мы и выдавливаем или уничтожаем те гарнизоны, которые находятся в этих населенных пунктах или в каких-то такого рода укрепрайонах. Потому также есть смысл и освобождать Токмак, то есть брать его в полуокружение, лучше с востока. Вот движение общее между Новопрокоповкой и Вербовым и говорит о том, что мы движемся в сторону железной дороги, подходящей с востока к Токмаку, и шоссейной дороги с юго-востока со стороны Бердянска. Они перед Токмаком пересекаются, там есть точка пересечения, когда шоссейка пересекает с юга, идущая к Токмаку, пересекает железную дорогу, идущую с востока. И вот к этому пересечению, если подойти, то мы тут же, ну это восток, восточнее Токмака, мы перережем две основные линии поставки военной амуниции в Токмак. Останется одна, но ее уже тогда оттуда уже можно брать под огневой контроль, то есть Токмак будет в оперативном окружении, полуокружении, это как минимум. И вот такого рода действия заставят россиян покидать окружаемые населенные пункты. И тем более они еще будут оставаться уже в глубоком тылу, потому что в глубоком тылу Украины и украинских войск, мы же их отрезаем от России. У них там еще пара соединений с Крымом будет, но опять же Крымский мост, эти все логистические цепочки через Крым, они очень уязвимы, они прекрасно это понимают, потому движение уже южнее Токмака вынудит россиян об уходе, вынудит уходить россиян из Токмака, из Энергодара, из всего этого Запорожско-Херсонского куста. Именно, скорее всего, такая тактика выбрана, или, по крайней мере,
та, которая сейчас есть, вот она указывает на то, что именно такая тактика будет использоваться. Пан Роман, також Сполучені Штати оголосили, що наступного тижня передадуть нам снаряди зі збідненим ураном. Скажіть, будь ласка, що це за снаряди, чи подібні вже ми використовували на фронті, і наскільки вони ефективні? Это БОПСы. БОПС – это бронебойный оперённый подкалиберный снаряд. Подкалиберный, значит, калибр меньше. Почему подкалиберный? Калибр меньше калибра ствола, из которого он выстреливается, отстреливается. Это такой дротик, вот оперённый дротик из обеднённого урана или наконечника, с наконечниками из обеднённого урана. Уран сам по себе пироформа, то есть он воспламеняется от определенной температуры, больше 600 градусов он сам воспламеняется. И вот обедненный уран, вот такой дротик, который одет в кожу, который напоминает снаряд, для того, чтобы им можно было выстрелить из ствола и получить полностью, перенести кинетическую энергию выстрела на сам дротик, определенная скорость, плотность у обедненного урана в 2,5 раза больше плотности стали, потому практически всю кинетическую энергию этот дротик передает уже потом броне, проламывает броню, и дальше кинетическая энергия переходит в тепловую, поднимается температура дротика и частей дротика, и он возгорается уже внутри башни танка. Вот так работает БОПС. И эти БОПСы будут переданы вместе, ну, скорее всего, вместе с Абрамсами. То есть это танки, которые могут вступать в бой, довольно-таки успешный бой с танками противника. И БОПСы – это вот один БОПС, один танк уничтоженный. Почему россияне очень опасаются такого рода снарядов? На них не срабатывает так динамическая защита, там нет взрыва как такового, потому его не отбросишь, он проламывает броню вместе с динамической защитой, она даже не успевает на него отработать, вернее, нет механизма отработки. То есть вот и этими кунгами не закроешься, кунгурятниками, которые они там придумывают. То есть это совсем не то. Вот нет защиты, получается, от этих БОПСов, потому для россиян это такая стопроцентная смерть. Пане Романе, Інститут вивчення війни передає наступне, що росіяни розгорнули якусь резервну армію, аби кинути її на південь. Скажіть, будь ласка, чи справді є якась резервна армія в Росії, чи наскільки вона може бути боєздатною? І чи це не означає, що справді на півдні в окупантів є серйозні проблеми? Ну, там немножко не так. У них по плану 25-я общевойсковая армия должна была быть развернута в декабре этого года, то есть под конец года. Они сейчас не развернутую армию, вот эту 25-ю, части, вернее, ее, начинают бросать на луганское направление, заменяя там более-менее боеготовую, которую уже давно воюет, 41-ю общевойсковую армию. Вот, а 41-ю армию выводят с луганского направления, перебрасывают на Запорожский фронт, понимая, что там идет сейчас к тому, что фронт будет полностью прорван, и украинские войска, резервы выйдут на оперативные просторы. Вот они таким замещением, если бы просто сняли 41-ю армию, у них бы оголился с луганского направления, у них бы оголился фронт, потому они вот, снимая части 41-й, перебрасывая на запорожское направление, 25-ку заводят на луганское направление. Она не готова, она очень плохо снабжена, то есть там еще как минимум несколько месяцев надо было ее подготавливать, но тем не менее их вынуждает, россиян вынуждает наша готовность уже прорвать Запорожский фронт вот к такому перемещению. Ничего хорошего для россиян это не ждет, и в одном они просто выбирают между плохо и очень плохо. Да, потому не усилят они серьезно, тем более теми частями, которые уже были в бою, они 41-я, она воюет. Части, которые воюют на одном фронте, их вообще-то не выводят в качестве резерва, не перебрасывают на другой, то есть этого не делается. Они делают это, значит, вот от безысходности. Ну и
на место заводят необстрелянных желторотиков, которые сейчас на луганском направлении, ну, будут еще долго учиться выживать, по крайней мере, под ударами наших, с нашей артиллерии. Потому, ну, это, опять же, это от безысходности. По-другому было бы еще хуже, то есть прорыв бы уже пошел, и у нас бы был глубокий заход в тылы российских войск на запорожском направлении. Ну, посмотрим, как это будет у них все происходить, потому что армию сформировать это надо не один месяц, и не одну неделю, не один месяц, а то и годами армии формируется. Они все это наспех лепят, потому ухудшение ситуации будет у них по всем направлениям однозначно. Пане Романе, якщо говорити про озброєння Російської Федерації, з'явилася інформація, що Росія поставила на бойове чергування ракетний комплекс «Сармат». Ось так він виглядає. І, власне, цей «Сармат» може нести ядерний заряд. Скажіть, будь ласка, наскільки це загрозливо, чи це лише імітація від Російської Федерації? Они сделали «Сармат», еще толком не подтверждали его испытаний, именно положительных испытаний. То есть вроде как новая «Вундервафля» у них есть там на замену предыдущей. Ракета с ТТД, по крайней мере, те, которые дают сами россияне, с дальностью, это 200-тонная ракета, трехступенчатая. Боевая часть около 10 тонн может забрасывать там разделяемые боеголовки где-то по 750 килограмм. Ядерные заряды может нести, то есть эти головки. Каждая управляется, то есть на свою цель. 18 тысяч километров она может пройти по баллистической траектории. То есть это такая, ну, серьезная ракета однозначно. Вопрос просто ее применение еще не подтвержденное, то есть все испытания, которые она проходила, они не подтверждены по дальности, не подтверждены по целям, и она еще сырая. И вот они сырую ракету ставят на боевое дежурство, по крайней мере. Я так думаю, это больше все-таки политический и такое информационное поддавливание перед G20. Сейчас все, что будет делать Россия в ближайшие полторы недели, до 10 сентября. Это будет страшилки для участников G20 в Индии. И вот и постановка «Сармата», и передача всяких ядерных боеприпасов, в информационном поле это все происходит. Не более того. Понятно, что они, может, что-то и будут ставить, но это все сырое и делается сейчас, и освещается сейчас как раз для такого политического давления. Пане Романе, Борель, глава МІД країн Євросоюзу, сказав наступне, що до кінця року вони навчать ще 40 тисяч українських солдатів. Скажіть, будь ласка, чи це висока кількість навчених бійців? Ну, это очень много. Дело в том, что раньше обучение проходили где-то по 10 тысяч человек, а вот 40 тысяч, причем в одну партию. До конца года это где-то одна партия, либо закончит предыдущая, начнет новая, закончит, либо это одна партия. Это много, да, это 40 тысяч, это несколько корпусов, то есть по большому счету подготовка к концу года, она уже имеет задачу следующего, то есть это уже подготовленные бойцы для операции следующего года, 2024-го. И эта операция не зимняя, скорее всего, весенне-летняя, то есть мы зимой больших операций выполнять не будем. Единственный вариант – это после захода в Крым. Если нам получится зайти в Крым в этом году, скорее всего, это может быть произойти, то тогда Крым можно освобождать и зимой. И эти военнослужащие могут уже участвовать в операциях в Северном Крыму, Центральном Крыму. Ну а подойдет авиация, даже несколько самолетов, если подойдет, то и в Горном Крыму, в Южном Крыму можно будет работать. Это хорошее такое заявление и положительная информация. Пане Романе, також є інформація, це правда, продають самі білоруси. В Польщі відреагували обережно. Суть в тому, ми знаємо, що білоруси
На початку місяця влаштували провокацію на кордоні, нібито два гелікоптери залетіли на територію Польщі. А тепер є відео, знову ж таки, це білоруси передають, що начебто Мі-24 польський залетів на 1,2 кілометри території Білорусі. Як ви вважаєте, чи справді Польща може на рівні з Білорусю загравати, чи як це сказати, чи це все ж таки провокація з боку Білорусі? Может, это такое себе алаверды после того, как залетели белорусские вертолеты в Польшу. Поляки могли тоже сделать то же самое и посмотреть на реакцию, по крайней мере, понимая, что белорусы ж ничего не сделают после того, как перед этим сами зашли на территорию Польши. Но на таких мероприятиях ставится крест на предыдущих конфликтах, ну или там, какой-то невыполненный обратный ход. Вот они его выполняют, дальше будет та же самая картина. Вызовут теперь посла Польши, сделают то же самое. То есть зеркальный ответ, так называемый. После проведения такого зеркального ответа снимается та проблема, которая была перед этим. Главное только правильно себя повести, но белорусы будут себя сейчас ровно вести, тихо, ровно будут сидеть, и, то есть максимум это вызовут посла и расскажут ему о том, что нельзя залетать, а посол по-польски скажет, ну так вы же тоже залетали. Ну вот в таком режиме и поставится крест на предыдущем конфликте. А от що от повідомила на час нашої розмови оперативно Наталія Гуменюк, що ми, я так розумію, це десь в районі Дніпра, знищили 7 човнів окупантів. Пане Романе, як ви вважаєте, як буде розвертатися зараз події на правому-лівому березі? Бо Наталія Гуменюк, речниця оперативного командування «Південь», постійно каже, що там йде контрбатарейна боротьба. Чи може наша контрбатарейна боротьба на цьому плацдармі перейти в інші якісь бойові дії? Чи ми далі будемо просто нищити артилерію суперника? Правий берег, западний берег Дніпра, вище лівого, восточного, закон Бера, сила Коріоліса, так робить. И вот с высокого правого берега там стоят наши батареи. Мы и дальше видим, и дальше бьем. Тем более натовская артиллерия бьет на 7-8 километров дальше, чем старая советская российская. И этим мы пользуемся, естественно, потому в контрбатарейной борьбе мы побеждаем на этом участке точно, да и по всему фронту сейчас, особенно после того, как зашли и кассетные боеприпасы. Очень сильно, кстати, они помогают в контрбатарейке, так как одного боеприпаса хватает иногда, чтобы полностью уничтожить или повредить батарею противника. 300 метров захвата только от одного боеприпаса. Поэтому и наличие этих боеприпасов и достаточное количество контрбатарейных радаров, которым сейчас нас снабжают наши партнеры, это как раз говорит о том, это подвигает к тому, что практически мы полностью доминируем в контрбатарейной борьбе. Она приведет уже к более-менее положительным результатам и продвижению, это после того, как наши войска начнут форсировать Днепр. Кстати, как раз под прикрытием вот этих наших батарей, стоящих на правом берегу, сейчас отрабатывается так называемая слетанность, если можно сказать традиционным языком, между группами, которые выходят на левый берег разведки, мы это видим, и артиллеристами с правого берега, которые их куполом прикрывают, и зенитно-ракетными комплексами, которые уже прикрывают и наш десант на левом берегу, и артиллерию на правом берегу. То есть такой трехуровневый пакет, который сейчас используется для движение по левому берегу. Ну а россияне, как только попадаются под раздачу, это так называется, то есть где-то попытались, отжали какие-то лодки, попытались подвигаться или погоняться за нашими разведчиками, и тут же их накрывает контрбатарейка. Вот именно как раз в этом случае очень много одновременно россиян погибает, когда идет наша группа с правого на левый берег, на наших катерах россияне пытаются ее перехватить или где-то вычислить на левом берегу, тоже с помощью катеров. Группа дает информацию по передвижению врага, и его накрывает наша артиллерия сплошным огнем. Но опять же, используются те же кассетные боеприпасы. Одного-двух боеприпасов хватает для того, чтобы уничтожить несколько лодок одновременно. То есть вот здесь большой положительный
моменти цих боєприпасів. Пане Романе, я вам дякую за це зведення. Нагадаю нашим глядачам, у нас на календарі сьогодні 2 вересня, субота. Не забувайте, будь ласка, обов'язково коментувати, запитуйте, обов'язково ставити лайки, аби відео традиційно потрапляло в рекомендації. Підписуйтесь і поширюйте розмову серед друзів, родичів та знайомих. Мене звати Ігор Гаврищак, і ми з вами побачимось в ефірі 24-го каналу.